Дорогие друзья, ну сейчас я вас уверяю, будет не до слез, потому что вечерний эфир на телерадиоканале Страна ФМ начинает свое вещание. Здесь я, меня зовут Маша Новая, Майк Войс вместе с нами. Ну и сегодня, как и всегда, по традиции в нашей студии люди, гости, связанные так или иначе с юмором. Итак, прошу любить и жаловать. Сегодня у нас в гостях комедийный дуэт, участники многих юмористических телевизионных проектов, таких как Comedy Battle, Не спать, Рассмеши комиков, в прошлом еще авторы и актеры команды КВН Кембридж и Шалига, Антон и Алина! Друзья, по-моему, все перечислила, ничего не упустила. Если еще углубляться в нашу историю, там, возможно, до конца эфира бы хватило бы наших титулов. А будем углубляться. Сегодня у нас на это есть целый час. Ну и, собственно, мы всегда с Мишей спрашиваем. У нас первый вопрос, он традиционный. Как научиться относиться к жизни с юмором? Есть у вас какой-нибудь лайфхак или совет для всех наших зрителей и слушателей? Не знаю, у нас конкретно такого лайфхака, наверное, нет, потому что мы уже больше 10 лет занимаемся юмором, и поэтому нам не относиться к жизни с юмором невозможно, да, потому что юмор с нашего самого-самого первого курса, как только мы пошли в университет, познакомились, 1 сентября пошли в университет, 6 сентября мы уже познакомились на кружке, так скажем, КВН, и наш творческий путь начался очень-очень давно, поэтому мы без юмора. То есть, как вы окунулись в этот мир, так вы из него не вылезали, не всплывали, вот вы в нем и варитесь до сих пор. Да, мы прям с ластами по самому дну этого юмора сейчас, да, плаваем. Идете, плаваете. А с чего начинается сейчас ваш день? Завтрака, как правило. Здесь мы обычные люди. Я думала, с шуточки, как устает, Алина сразу, хоп, тебе этот такой юмор. Слушайте, ну с шутками действительно проходит каждый день. Это просто невозможно, потому что, естественно, это уже какой-то отпечаток на нашу жизнь дало, скажем так. Вот у меня сразу вопрос. У вас творческий дуэт. Может быть, наши зрители и слушатели не знают. Вы в отношениях или же вы просто хорошие близкие друзья? Это всегда было таким секретом, мы никогда его не раскрывали. Еще будучи в КВН, в КВН мы играли как семейная пара. Далее потом эта история немножко перетекла на телевидение, потом мы перестали ее говорить, но сейчас что, открываемся? Давайте. Ну, конечно, мы сегодня на телерадиоканале «Страна ФМ» сейчас надо сделать вот этот камин-аут на всю страну. Барабанная дробь. Ну-ка. Мы не встречаемся. Не может этого быть. Сейчас должно быть поражение. Тут самый главный у меня вопрос. Не встречаемся. А если отмотать вот на то 1 сентября, туда-туда, кружку, то... Вы не поверите, между нами никогда ничего не было. Всегда все думали, что мы встречаемся, что мы женаты. Была даже версия, что мы брат и сестра. Каких только не было, но мы очень близкие друзья. И вот действительно вот друг за другом горой и ничего больше. О, тогда у меня следующий вопрос, друзья. У вас есть вторая половинка? У вас и у вас. И как они вообще реагируют на вашу такую тесную дружбу? Вы же очень много времени проводите вместе. Да, практически 99%. Потому что так. То есть ни на кого другого времени не остается? Либо 1% остается на второй половинки, я правильно понимаю? В данный момент нет, но когда-то были отношения. А теперь мы поняли, что нам это не нужно, да? То есть у нас есть мы. Слушайте, да все хорошо, мы же ребята адекватные, все и можем объяснить нашим вторым половинкам, что это работа, дружба и ничего больше. Ну и здорово, ребят. Я вам желаю всего самого лучшего. Мне кажется, что это реально очень тяжело. Но дай бог, чтобы и были именно такие понимающие люди. А я понимаю, что говорю. Все теперь понятно, поэтому до свидания. Вы интересными, так как вы не встречаетесь. Нет, нам еще больше становится интересно, потому что всегда в тандеме, в таком плотном, есть лидер. Кто у вас? Ведущий, лидирующий персонаж. В разных вопросах по-разному. Иногда меня Антон осекает, говорит, господи, что ты несешь? Это не смешно. В другой ситуации я говорю, Антон, как у тебя мозг вообще это придумал? Как это, по-моему, одинаково. Маша, при этом, заметь, начала отвечать Алина и за всех ответила. Вот это мне больше всего понравилось. Ну, теперь вы все и поняли. Да, спасибо, Антон, ты лидер. Теперь я один ухожу, ты остаешься. Да, друзья, а как вы пишете вот юмор? Ну, вот реально, с чего начинается? Там Алина пришла, принесла какую-то тему, или же Антон говорит, сегодня будем шутить об этом. Да на самом деле просто в голову приходят. Какие-то иногда заголовки, новости появляются в нашей жизни и рождают какую-то идею на номер. Иногда это какой-то посмотренный фильм, прочитанная книга. Все что угодно. Какая-то ситуация просто на улице. Пару сериалов нам давали идеи для каких-то номеров, для юмора. Но на самом деле нельзя так сказать, что вот что-то определенное. Многие спрашивают, что должно случиться, чтобы появилась хорошая идея. Невозможно это предугадать. Можно 4
дня без сна сидеть ее придумывать, а можно сесть за 10 минут, вот так, придумать что-то гениальное. Да. Вечер юмора, телерадиоканал «Страна FM 89.9», Маша Новая. Да, и Майк Войс в этой студии, но мы не одни. Сегодня у нас в гостях комедийный дуэт, участники многих юмористических проектов. Comedy Battle, не спать, рассмеши комика, Артем и Алина. Антон, прошу прощения. Алина Борисова. А, кстати, когда-нибудь, ребят, путали ваши, ну не путали, а называли вас как-то по-другому? Были такие ситуации? Даже... Объявляли вас как-нибудь со сцены по-другому? Нет, объявлять, помню, не объявляли, но просто к нам пару раз было такое, что подходили люди и говорили, а, вы же эти, и путали нас с другими абсолютно ребятами, тоже с батла, с не спать. Ну вы расписались, естественно, на груди, и все как надо. То есть... Нет, они просто штамп на лбу этому человеку сразу поставили. Да. Запомни нас. Запомнил, да. Один раз на съемках Серж Гореликов, наверняка вы его знаете. Ну, конечно. Мы тогда еще назывались с фамилиями, и он объявил нас как дуэт Антон Аткин и Алина Борисовна. А, Борисовна, да. Я, кстати, видела этот эфир. Да, я да, вот... да. Вот я такая вышла, как уже пожилая женщина. Как будто Алина меня Борисовна, говорите. Алина Борисовна, у меня в связи с этим следующий вопрос. Ребят, а вам никогда не хотелось иметь какое-то имя собственное, то есть какой-то псевдоним творческий? Может быть, общий, может быть, по отдельности, либо он у вас был? Нет, никогда не было. Почему-то мы креатива не стали в название добавлять, а просто ну, давай по именам. Да, давай. Просто были Антон и Алина, и как-то уже потом даже появлялась такая мысль, думали, ну зачем уже есть какой-то количество людей, желтые страницы, знали. Справочник, Антон Аткин, Алина Борисовна, таких нет, пойдет. Да. Ну, кстати, хорошо запоминается, мне кажется, в России. Вот ты придумал себе псевдоним Майк Войс, попробуй запомни еще, а вот, ребят, сразу же можно. Мы с тобой тренировались 2 часа перед эфиром, ничего. Ребят, ну скажите, с какого года вы вообще начали появляться на экранах телевидения? На экранах телевидения. Это, наверное, было с КВН еще, да? Да, или конечно. Чуть раньше? Впервые на федеральном канале. Это был первый канал. Мы появились в 2012 году в составе команды КВН Кембридж, город Кемерово. Да. Угу. Ну, до этого мы играли в разных других лигах, которые не показывают по первому каналу, но где-то местные есть эфиры. Варились, да, в местном КВН различных городов, скажем так. Потому что играли в очень многих лигах. Ага. Когда слушайте, еще ребят, а играли. Вот насчет показа по телевидению, то есть телекартинки. Вообще, что вам больше нравится? Именно режиссирование, написание сценарий, либо актерская игра? Какая стезя? Вот, наверное, для меня, наверное, когда какая-то из них надоедает, начинает нравиться другая. Это как зебра, да? То есть либо одно, либо другое, и все это чередуется. Но это на самом деле все интересно. Вот мы так как писали всегда себе сами материал, то есть мы его и писали, мы его и показывали, и помогали другим ребятам. Так говорят все КВНщики, я знаю, мы пишем сами. Нет, у нас, по крайней мере, так и было, да. И сами мы помогали другим уже ребятам писать КВН, вот когда как раз элемент какой-то режиссуры уже, постановки. Это все очень интересно, и все интересно по-разному. Вот, конечно, ребят, же, всегда круто выступать, но и круто помогать кому-то тоже. Вот это, кстати, очень интересно. Посоветуйте вот человеку, который, может быть, никогда не был связан с юмором, как ему начать что-то такое интересное писать, креативить, на что нужно обратить внимание, как вообще нужно начинать жить, что-то при этом меняется? Может быть, нужно посмотреть какой-то, не знаю, определенный фильм или прочитать книгу. Вот как научиться шутить? На самом деле, нет таких советов. Как вы начали это делать? Ну, мы просто вот пошли в этот как кружок КВН, нас там было не так много людей, постепенно кто-то отсеивался из-за там учебы, у кого-то времени не было, потом начинали учиться. У нас как-то у самих-то пришло. Ну, вы постоянно штурмили, да, наверное, пробовали всякие и так темы. Далее, да. Ну, ребят, вы согласны, что это должно быть? То есть это невозможно в себе как-то взрастить, воспитать. Почему? Это либо человеку присуще, либо нет. А то меня перед эфиром тоже кое-кто спросил, а шутки на эфир готовы? Я говорю, конечно, будет лист Б, а лист А будет завтра. Мне кажется, это либо есть, либо нет. Не знаю, мне кажется, можно научиться. Можно научиться все-таки, да? Я думаю, что я обязательно можно. Научусь. У тебя это прекрасно получается. Спасибо, а мне кажется, Миш, вот я чем больше. На комплимент. Миш, чем больше мы будем общаться с такими интересными и веселыми людьми, тем смешнее будут у меня шутки. Ну, естественно, у меня кстати, тоже. Да, я хотела сказать, что главное, чтобы был какой-то опытный наставник. Поэтому, Миш, если что, вдруг мы к твоим услугам. После эфира, за эфиром, соответственно. Вы знаете, где меня найти. Алин, скажи, а ты когда-нибудь слышала? Ну вот, нет, есть мужской юмор, а есть женский. И он, конечно, немножко не дотягивает. Никогда с таким не сталкивалась? Постоянно, да. Женский юмор.
в очень многих интервью мне говорят, типа, ну как, ну женщины же, они же не смешны, они же не шутят. Я всегда доказываю, нет, всегда все ровно и поровну, лишь был бы талант, ум и мозги на месте. Понятно, да, надо быть эрудированным, разносторонним. Я вот здесь хочу человеком. Свои 5 копеек тоже вставить. Так. Вот на примере того же самого КВН было очень много женских команд. Но вы согласны, что это вообще специфическая ниша, абсолютно. Они классные, они здоровские, но они немножечко другие, они отличаются от тех чемпионов, там, которых мы видели за последние 20 лет. Мы сейчас никого не будем называть, чтобы не давать рекламы. Нет, ну, безусловно, женские команды отличаются хотя бы тем, что они женщины, и темы у них абсолютно другие, и в голову им приходят абсолютно другие мысли. Но есть очень много хороших примеров, когда женщина была потрясающая в КВН, не знаю. Например? Екатерина можно. Скулкина замечательная, да. Катя Варнава, все КВНчики. Да. Поля Сибагатуллина, Юлия Ахмедова, это же замечательные абсолютно какие-то вот идолы КВН, на мой взгляд. Мне кажется, на самом деле, что просто женских команд за всю более 55-летнюю историю КВН было намного меньше, поэтому кажется, что мужские команды круче. А, но если поставить две какие-то, например, современные команды, женскую и мужскую, не факт, что победит мужская команда. Просто победит смешанная, друзья. Половина седьмого в столице. Здесь мы все так же. Майк Войс. И Маша Новая. Да, друзья, но мы не вдвоем. Сегодня у нас в гостях еще очаровательный, веселый, комедийный дуэт Антон и Алина. Привет, все, на этот раз я не ошиблась. Привет, друзья. Видишь, сразу мы добрее стали. Да, да, да. Все, теперь не уходи. Оставайся здесь. Все, ладно, ставим, потому что сейчас начинается самая веселая часть нашего общения. Что же это за часть, Маша? Да, это интерактивчики, конкурсы. Отлично. Я это обожаю больше всего. Скажите, вы вообще уже давно вместе? Сколько лет? 2007 года. Да, вот есть главная поправочка, потому что все знают, что вы вместе. Да, дружите, ну, вместе дружите, да. Уже 11 лет. Хорошо, да. Друг друга понимаете? Никогда на сцене не возникало, что Антон говорит, там что-то забыл текст, и тут Алина его раз... и подхватила. Были такие казусные ситуации? Да, безусловно. Это человеческий фактор, да, и хоть раз кто-нибудь слова-то забывал. Другой всегда подсказывал. Ну, всегда на подхвате, да. Конечно. А зеленые выступления, знаете, как есть зеленые елки? Это когда друг друга наоборот там пытаешься как-то поставить в неловкую ситуацию. У вас такого не было? Делали, да? Бывали случаи? Алина очень их не любит, поэтому быстро закончили это делать. А я так понимаю, по твоей реакции, Антон, именно ты это и делал. Ну да, я люблю тогда, но просто... Частенько у нас бывает в реквизите какая-нибудь книга или тетрадь, и всегда, когда ее открывают, там, естественно, либо какая-то моя жуткая фотография, либо что-то нарисовано, и, блин. Это может на самом деле выбить, я знаю, Алина, что может это выбить, поэтому стараюсь так не делать. Прикалываться вы, короче, любите. Друзья, ну вот сейчас мы с Мишей узнаем, насколько хорошо вы друг друга понимаете. Представим, что вы на сцене, да, и вам нужно что-то друг другу объяснить. Некое слово забыл твой напарник, и тебе нужно ему помочь. Но вам нужно будет объяснить слово, не используя гласные буквы, используя только согласные. Ну, например, Миш, ну любое слово, давай, загадай. Ну вы поняли, да? Конечно. Попробуй объяснить любое, скажи мне какое-нибудь слово. Без гласных, Маша. Нет, просто любое слово скажи мне. Добро. Добро. Слово добро. Угу. То есть вы должны объяснить, используя согласные. Например, добр это будет. Добр. 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 Н. Звучи свт. Ребята, я уже отъехал. Я уже не понял. Мы тем более, наверное, это не справимся. Это был он излучает свет. И, соответственно, и там, ну и так и далее. Сейчас мы с тобой уже будем углубляться. Меня обучали в средней школе по стандартной программе. Маша, давай. У нас есть стандартный эфир, Миша. Итак, кто будет первый? А ты будешь первой. Антон, красавец, конечно. Красавец. Алина будет первой. Как та тетрадка с фотографией. Смотри, ты достаешь бумажку, ты знаешь слово, Антон слово не знает. Ты должна, мы только согласными, попытаться его объяснить. Само слово, естественно, произносить не могу, да? Ну да, само слово не произноси, да. Я готова. Попробуем. Мы будем подсказывать, если что, да? Давай. Я уже забыла. Особенно я, который не знает слова. 3-4, поехали. Смуры. Ву. Смотришь куда-то, смотришь в тетрадь, в зеркало. Да! Браво! Да. Смотри, он быстро догадался, как это сделать. Антон, давай дружбы, понимаешь? Антон, нет, теперь ты, давайте по очереди. А можешь мое же слово рассказать? Тогда вообще просто будет. Но мы легких путей не ищем, Алин, нам наоборот. Чем сложнее, тем интересней. Так, вообще можно без букв объяснять? Я просто сейчас, мне просто сейчас без букв вообще объяснять. Ну, для радио, нет, конечно, все, конечно, это будет не лучше, очень интересно. Лучше, да, все-таки с буквами. С согласными. Ты?
Тыкрул. А представляете, кто-то просто волну сейчас переключил. Вот это слушает. Да, люди с ума сошли. Это российская радиостанция. Дальше. Тыкрул. Торкнул, что, я не знаю. Кнопку. Давай, все фразы. Что? Тыкрул. Открыл. Ты открыл. Что? Дверь. Дверь, замок. Ну что, ты себя говори. Мел, уходи. Форточка, окно. Форточка, нормально. Ребят, вы даже без слов друг друга понимаете. Это как вообще называется? Маша, если бы это делали мы с тобой, мы бы это делали до вечера, понимаешь? Одно слово? Давай еще по одному. Мне очень нравится, пока у тебя эти слова. Эти слова вам дарят дубайский дьюти-фри. Я успел прочитать на мешочке. Это вот оттуда все. Он все подсмотрел, понимаешь? Ах ты. О, боже, ну... Что, Алин, твое любимое слово? Я вообще знаю это слово. Ты его просто обожаешь, Антон. Ой. Ой. Угу. Готовы? Поехали. Да, давай. Мы выступаем в разных программах. Перечисляешь, Антон, вниз, давай. Вниз парень, Камеди Баттл. Камеди Баттл загадали? Бомба, Антон. Я даже я до конца не понимал, честное слово. Ты просто молодец. Алина, ты просто гений. Ты отлично объясняешь. Я в какой-то момент... даже уже понял, что она хочет. Хотелось побесить чуть-чуть. А можно вот это видео у вас потом забрать? Антон, мне кажется, на некоторых корпоративах я просто такое видел, в конце у официанта просят долить вот этими словами. Вот сюда. Давай, еще одну, ты справишься, мне кажется, с этим. Как же я себя глупо чувствую, когда этим занимаюсь просто. А вы это еще и людям показали. Ну ладно. Итак, поехали, Антон. Машина. Еду. Автомобиль. По-другому. А что так быстро? Подождите, я не поняла. Антон, может быть, ты тренировался дома? Ты чемпион, конечно, наверное. Ты не чемпион этой игры. Я до этого 2 недели только так и разговаривал. Да. С нами Антон Аткин и Алина Борисова. Здесь телерадиоканал «Странно FM». Маша, класс. Новая? Да. И Майк Войс, друзья. Прекрасно. Мои прошли в тяжелости, я запомнила это. Ну что ж, мы немножечко поиграли. Давай теперь вернемся обратно к нашему жанру интервью. Сейчас можно с гласными, друзья. Сейчас все. Сейчас все можно говорить. Супер, да. Я уже речь придумал и согласна. Да, слушайте, а мне вот интересно, в процессе бывали у вас такие ситуации, когда вы были, например, на сцене, и все, понимаете, что дальше вообще вы не помните. И тут, собственно, ну, текст. И тут включалось и импровизация, или же вы все-таки на этом заканчивали вашу миниатюру? Ну, у меня конкретно и то, и другое было. Когда я понимал, что я могу, что я примерно помню суть, но могу другими словами. То есть импровизации есть место в ваших выступлениях? Ну, да. Безусловно, просто... да. Или четко по сценарию всегда работаете? Нет, импровизация, безусловно, это такая большая составляющая выступлений, потому что, когда забываешь текст, приходится выкручиваться. Но иногда действительно бывает, что и все, у тебя просто перекати поле в голове, и ты стоишь и тупишь в одну точку. Ребята, кто чаще кого выкручивает? Антон, Алину, и либо Алина, Антона. Кто? Да? Я даже не знаю. Всегда по-разному? Всегда по-разному. А был вот тот самый сумасшедший, совершенно страшный момент, от которого не хочется вспоминать. Просто бьют софиты, никого не видно и полный ступор. Мне кажется, вот у человека, который занимается публичной деятельностью, обязательно раз в жизни, хотя бы раз в жизни, но был такой момент. У тебя был? Слушайте, ну, у меня был. Были. На самом деле, это такой парадокс еще есть, что вот мы так, ну, много репетируем перед тем, как выходить на сцену. Да. Но бывает, что какая-то, например, фраза тебе просто не ложится на язык. Не дается. И ты ее постоянно репетируешь, ходишь за кулисы, про себя прогоняешь, и ты ее потом забудешь. И это еще хуже, ты согласен? Да, это еще хуже. Это просто обидно, что, блин, ты ходишь ее там 20 минут, повторяешь эту фразу полностью, и потом выходишь на ней вот... Ну скажите, вы самокритично к себе относитесь? Вот если вдруг вы понимаете, ну не так сыграли, как должно было в самом начале, вы потом там себя ругаете или же наоборот друг друга поддерживаете? Мы безумно самокритичные. Да. У нас, да, либо пал, либо пропал, потому что нам надо очень хорошо всегда выступать. И даже когда вроде выступили, ну кажется, неплохо, мы все равно выходим за кулисы такие, так, что было не так, почему, почему? Можно было всегда анализировать, можно было лучше, не дописали, надо было меньше спать, значит, мы очень самокритичные. Вот отсюда у меня следующий вопрос. Понятно, вы классные, вы
вы здоровские, вы пишете себе, вы пишете другим. Слушайте, а у кого вы сами черпаете вдохновение? У кого? Есть ли вот действительно какие-то комики, может быть, не наши, может быть, зарубежные, на которые вы смотрите и говорите, да, вот на этих людей мы хотели бы равняться, и что-то у них, ну, берете, не без этого. Ну, наверное, нет. Просто есть комик, который нравится смотреть, где просто нравится, как человек простраивает шутки, мысли там, но так, чтобы чему-то учиться, не знаю я такого. Просто... Мы как-то хотим придумать, наверное, какой-то более свой стиль, чтобы ни у кого не заимствовать. И, ну, а просто вдохновляться, просто включай, что тебе больше нравится, и смотри, и кайфуй. Иногда получается, что придумалась какая-то у нас идея, да, например, но мы через какое-то время вспоминаем, что похожая была у кого-то там. Или и там, вы ее сразу отметаете? Конечно, да. Ну, потому что если она похожа, то, блин, ты потом только о ней думаешь, короче. Слушайте, ну а насколько важно брать именно вот актуальные сейчас новости там или героев? Это я про вашу миниатюру с Юрием Дудем. Мне кажется, она зашла. Она прям была хорошо. Она зашла. Мы ей гордимся. Вы ей гордитесь? Да. Ну да, там просто получилось все. Дудь звонил? Нет. Он видел, но я знаю, что он же опубликовал в своем паблике, по-моему, ваше видео. Это действительно, но потом почему-то его закрыли. Я сегодня уже не смогла посмотреть. Но там было очень нам приятно, потому что мы когда, пока оно еще там висело, да. Мы как-то очередной раз заходили в эту группу, и там у него под 200 тысяч просмотров. Угу. То есть все, кто смотрит, да. Дудя, все посмотрели. Каждую минуту просмотры увеличивались просто с невероятной какой-то цифрой. Это было очень приятно. А какие еще можете номера, вот сейчас вспоминаю, у вас же много было уже миниатюр и так далее. Какие были вот самые выигрышные, самые кайфовые? Вот на ваш взгляд, когда все прошло просто идеально, и тема, и юмор, и вообще все срослось. Ну, в прошлом нашем сезоне Comedy Battle был номер, мы там попали в передачу «Второй шанс». Да, мы слетели с передачи, но потом нам дали второй шанс, и мы попробовали себя еще раз. И это был номер? Борьба, выход в полуфинал. Там был номер «Сын возвращается домой из клуба». Причем нам было очень весело его показывать, потому что это такая старая тема для шуток. То есть в КВН уже шутили, перешутили, в других передачах шутили, перешутили. Но мы такие, мы специально его напишем. Да, специально обстебали его. Это вечная тема, она была, есть и будет. Просто сложно придумать в какую-то старую тему, что-то новое, какой-то виток, потому что все, кто на нее шутил уже, и туда, в разные стороны ее пытались двигать, но мы в итоге нашли там что-то свое, и нам почему-то тоже очень нравится. Она тоже вся хорошо зашла. Это прям был кайф. Прям, слушайте, прям ребят, кайф. Мы вот, знаете, все о прошлом, какие-то вот воспоминания, открываем альбом, давайте смотрим фотографии. Давайте даже не о настоящем, Маша, а давайте вот глобальный план по завоеванию мирового юмора. Вау. Ну, давай, Антон. Вот так я тебе сразу сейчас его и рассказал, чтобы все послушали. Я бы вышел после раньше. Эфира и начал бы делать, понимаешь? Вот именно, да. Ну, реально, есть некий план, может быть, схема, как дальше развиваться? Или вы это все предоставляете судьбе? Мы постоянно учимся, развиваемся, да, читаем литературу. Естественно, хочется уже какую-то новую ступень освоить. Это, допустим, свой сериал придумать. Потом, может быть, если с этим получится, это уже большой метр. Ну, в общем, планов громадьем, то есть вы хотите в кино? Ну вот, интересно, просто вы больше в кино хотите направить? Мы хотим двигаться по этой все-таки линии телевидения, не уходить с него, может быть, писать, да, действительно, какие-то сериалы, потому что это тоже очень интересный, сложный мир, абсолютно отличающийся от просто номеров. Там тебе нужно придумать полностью мир героев, их занятия, привычки. Это очень все интересно и очень сложно. Вот, наверное, сейчас для нас цель стоит научиться именно вот этим заниматься, чтобы придумывать какие-то сериалы, может быть, потом фильм. А что насчет международной сцены? А, выучить английский, если вы его не знаете, а? Madison Square Garden, софиты, и вот ты не помнишь это слово. То самое слово по-английски. Да-да-да. Миша как будто свою историю сейчас рассказывает. Как будто у него, да, такие планы, и Мишка-то очень хорошо знает английский, поэтому его туда и тянет. Ну а давайте о вас, друзья. Чем сейчас вы занимаетесь, и где вас сейчас, может быть, можно послушать, увидеть? Где выступаете? Ну, сейчас у нас еще будет Comedy Battle показывают по пятницам в 10 вечера. Где-то нас там еще должны показать. Так, вы в этом проекте сейчас задействованы, да, идете дальше. А не будем всех секретов рассказывать. Проект, да. Fight Club в Москве. Это как открытый микрофон, но только для миниатюрщиков. Также нас там можно увидеть. Вот, это интересно, кстати. Да, потому что нам наши ребята тоже, которые приходили в гости, есть специальный стендап-стор, да, но там в основном стендаперы выступают. И такая же тема есть и у нас с миниатюрщиками. Да. Круто. И часто вы там выступаете? Ну, пока нет. Присматриваемся, скажем так, да. Пока просто не получалось по времени, просто не совпадали даты. Но я думаю, что как только ближайшая будет понятна дата, я думаю, мы там что-то подготовим туда, потому что выступать хочется всегда. Да. Провокационный вопрос напоследок, если можно, давай, Маша. Так. А по одному планируете? Вот так вот неожиданно. Сейчас просто страх в глазах. Антон включает телевизор. Не отпущу его ни за что.
там, Алина? А там, добрый вечер, дорогие друзья, я не замужем, да. Алина Борисовна, с вами. Нет, давай не будем разделять ребят, ладно, по-моему, ладно, они вместе замечательно смотрятся, и мы с Мишей желаем вам дальнейших творческих успехов, а всем вам, наши дорогие зрители, мы желаем идти по жизни легко, с улыбкой. И с юмором. Спасибо. И с юмором, самое главное. Сегодня вместе с вами были Антон Аткин, Алина Борисова, Маш Нова, Майк Войс. Да, никуда не уходите, оставайтесь с нами. Спасибо, ребята, спасибо, это было круто. Вам. Замечательный эфир.